Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин завершится встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Информацию подтвердили в Госдепартаменте США. Блинкен стал первым американским дипломатом такого уровня, посетившим Китай за последние 5 лет. Ранее он провел переговоры в закрытом формате с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И и со своим китайским коллегой Циньганом. Переговоры были названы откровенными, содержательными и конструктивными. Блинкен подчеркнул необходимость поддержания открытых каналов в связи для ответственного выстраивания отношений с Пекином. Цинь заявил, что Пекин привержен построению стабильных и предсказуемых отношений между правительствами двух стран. Вашингтон и Пекин расходятся по целому ряду вопросов, от торговли и технологий до региональной безопасности и проблемы Тайваня, которую МИД КНР охарактеризовал как наиболее серьезную угрозу китайско-американским отношениям. В Вашингтоне, помимо прочего, также обеспокоены отказом Пекина осудить Россию за ее вторжение в Украину. Переговоры Блинкена с представителями правительства КНР призваны снизить напряженность между странами, которая усилилась после инцидента со сбитым в американском воздушном пространстве китайским аэростатом.